Здравствуйте, друзья! В прошлом ролике я уже подготовил фигурки для будущей диорамы «Нападение тролля». Ну или «Нападение на тролля», кому как удобно. Расписал фигурки и полностью их подготовил для диорамы. В этом же ролике я буду делать саму диораму. Меня зовут Сергей, запасайтесь попкорном, вы на канале «Диорама из пенопласта», а я приступаю к диораме. И в первую очередь нужно подготовить ландшафт. Возьму газовую горелку и сделаю неровности на пенополистироле. Теперь из того же пенополистирола нужно сделать какие-то скалы, ну типа возвышения. На этом возвышении и будет находиться что-то типа каменного святилища для моего тролля. С помощью своего волшебного резака прорежу, нарежу, перережу, ножом уберу острые углы, острые края на камнях, ну и приклею все это к подставке. Ну вот как-то вот, как-то вот так. Короче, дел еще немерено. Не отвлекаемся. А вот из этого кусочка я и сделаю вот так называемую ритуальную арку. Ну, то есть это то место, куда тролли приносят гостей посмотреть на нее, так сказать, похвастаться. Также нужно добавить немного камней, ну и мелкого щебня. Ну и что-то на подставке подобие руин, я думаю, тоже не повредит. Все это я вырежу из пенополистирола. Выжигателем прорежу кирпичи, камни и прочее. А теперь покрытие для самой подставки. То есть это, как обычно, белый акриловый герметик, речной песок. В этот раз клей ПВА я добавлять не буду, а вместо него добавлю косметическую глину. Все это дело перемешаю и дам настояться. А тем временем я приступлю к изготовлению дерева. В этот раз я немножко поменяю концепцию, но вначале нужно сформировать ствол. Есть у меня вот такие веточки, которые я просверлю, добавлю веток по сторонам ствола основного. А в качестве самих тонких веточек я сейчас покажу, я буду использовать немного другие материалы. Обычно я использовал веточки от фирмы Ночь, Нох, кому как удобно. Но здесь я с Алиэкспресс выписал вот такое вот непонятное растение. Будем пробовать использовать его. Но дело в том, что оно само по себе, если Ночь, либо Нох, оно уже такое ветвистое. Ее приклеивать и как бы формировать крону намного удобнее. То здесь приходится клеить веточки по одной.
буду использовать вот этот клей аэрозольный и уже просто втыкать вот в этот ствол, как бы, сами веточки. Имитация листвы — это вся та же присыпка имитации кроны. То есть в любом случае подойдут два способа. Кому интересно, я оставлю ссылку на эту китайскую вот эту штуку непонятную. Может быть, кому-то пойдет. Ну, скажем так, это не заменитель. Это просто получается другое дерево. Ну, единственный плюс, но это как для меня, мое чисто субъективное мнение, оно просто дешевле в 3 раза, чем от фирмы Notch. Может быть, действительно кому-то зайдет, и он более профессионально подойдет к этому вопросу. Хотя я буду использовать его и в дальнейшем. На мой взгляд, дерево получилось неплохо. А тем временем я продолжаю. Докрашиваем, размечаю, где будет у меня находиться трава, а где земляное покрытие, ну то есть песок, глина. Немножко подкрашиваю камни, ну и наношу пигмент. А в качестве пигмента я буду использовать набор от фирмы ZIP, то есть земля Африка. Африка. Это будет земля Туниса, темный песок, светлая глина, может быть, дорожная пыль. То есть все, что я посчитаю нужным, я нанесу и в дальнейшем закреплю закрепителем для пигмента. Как бы банально это ни звучало. А теперь травка, клейпва, флок, флокатор, кусты, цветы, все, что этому сопутствует, крашеный сантехнический лен и некрашеный лен. Короче, все, что может имитировать траву. Покупные цветы и самодельные, кусты и кустики, кочки. Смотрим. Я, в принципе, все покажу. Мне от вас скрывать нечего. Ну и, конечно же, на все это разнообразие, как сделать кусты и кочки, цветы и кустарники для диорамы, будет в описании к ролику, ну или ссылка вверху. А теперь добавлю зрителей на это действо. То есть я распечатал вранье. Сейчас белым акриловым герметиком закрашу все стыки между пластиком и веточкой. Ну и покрашу их. Вот так они будут выглядеть. Отличные птицы, и я бы так сказал. Ну и чтобы ни у кого не возникало лишних вопросов, сразу скажу. В данной диораме, то есть в этом действии, ни один тролль, а тем более рыцарь, не пострадали. Нет, конечно, были вначале какие-то недопонимания, но я думаю, что спустя какое-то время, ну, час-два, может быть, три, все было улажено, и они до сих пор ходят друг к другу в гости. По крайней мере, я надеюсь на это. Хорошие же ребята. Ну и, конечно, добавил разных цветочков красивых, сделал все это поярче. Но это же сказка. И это же сказка. Насколько я понимаю, многие зрители не смотрят все построение, то есть все формирование и построение диорамы, а сразу перематывают на конечный результат. И я недавно узнал, что короткие ролики способствуют каким-то образом продвижению канала, то есть куда-то там, зачем-то там. И теперь я буду делать короткие ролики после каждого выхода, после каждой диорамы. Но выпускать я их буду где-то дня через 2, через 3. А мы с вами не прощаемся. Давайте посмотрим, что у меня получилось на данный момент. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Я всему рад. А вам удачи. А главное — здоровья, терпения. Берегите себя. Будем жить вечно. До встречи.